В Новосибирске сегодня предъявили обвинение автомобилисту, который, как считает следствие, сев пьяным за руль, стал виновником крупного дорожного происшествия. В результате один школьник погиб, еще два подростка и пожилой мужчина получили тяжелые травмы. Все случилось накануне. Люди стояли на тротуаре, когда туда на полной скорости вылетела иномарка. Машина сбила пешеходов, а затем врезалась в столб. Водитель, бросив автомобиль, с места ДТП скрылся. Подозреваемого задержали в тот же день. Выяснилось, что 34-летний мужчина в январе был лишен прав. Кроме того, у него уже есть судимый за незаконное производство и сбыт наркотиков. По новой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы.